Первый мониторинг, который наша съемочная группа провела на белорусско-польской границе спустя неделю действия без виза для польских граждан, показал рост желающих посетить нашу страну. За этот период, по введенным новым условиям, к нам приехали более 300 граждан Польши. В подавляющем большинстве разница в стоимости топлива сыграла определяющую роль их визита. А вот уже второй мониторинг спустя две недели действия без виза показал изменение интереса гостей нашей страны. Как рассказал Адриан Матайчук, владелец собственной туристической фирмы, ограничения, введенные во время пандемии, не только ударили по бизнесу, но и в первую очередь сделали заложниками ситуации людей. А введение без виза сравнил с глотком воздуха, открывающим новые возможности для поляков. Познать культуру, ну, что-то другого забачить, это ближе. Есть люди, которые живут 5-10 километров от границы, и они никогда не были здесь. Вот, я хозяин, и говорю, можно приехать, мы собираем сейчас группу на День города. И еще одним плюсом введенного безвизового режима поделился с нашей съемочной группой Адриан. После пандемии, ну, понимаете, это бранжа туристическая, перевозка людей, но она умерла. Но и помалутку она поднимается с колен, как-то говорят. Также часть гостей Беларуси, говоря о новых условиях въезда в страну, отмечают отличную возможность для поддержания добрососедских отношений. История наших государств сложилась не за один день, и многих из нас объединяют не только родственные, но и дружеские связи. Хорошо, а что нравится вам? Все, люди нравятся, и все, ну, я дуже знакомых имею. Моя мама с Умны походит. Что в Беларуси вам нравится? Co ci się podoba na Białorusi? No, ogólnie mi jest miło. Ludzie są mili, kraj jest miły. Paliwo tanie. Jeśli bez paliwa, w Białowieżskiej Puszczy rodzili dzieci? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No, собираетесь? Конечно. По данным на 14 июля, через пункты пограничных переходов Брест и Козловичи нашу страну по безвизовому режиму посетили 390 польских граждан, что, несмотря на рекомендации польских властей, подтверждает постепенно нарастающий интерес со стороны соседей. Предполагается, что в предстоящие праздники число безвизовых гостей резко возрастет. И все же, желающим посетить Республику Беларусь полякам не стоит забывать. В случае, если граждане Республики Польша намереваются пребывать на территории Республики Беларусь больше 10 дней, они обязаны зарегистрироваться в подразделении по гражданству и миграции по месту предполагаемого пребывания, либо через портал электронных услуг на сайте portal.gov.bar. Беларусь – гостеприимная, миролюбивая страна. Безвизовый режим – пример налаживания хороших добрососедских отношений. И, как показала практика, такой формат интересен людям. Наталья Луговкина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».